Подбор растений и утверждение дизайна композиции начинается еще зимой. На каждый цветник рисуется схема, где подбираются растения в зависимости от периода цветения, высоты и окраски. Все эти горшки скоро будут составлены в оригинальные ансамбли, которые украсят территории ЗАГСа, рыбокомбината, площадь Советов и другие. Вот эти вазоны будут вывешены на столбах освещения по проспекту Ленина. Высажена белая петуния, розовая, фиолетовая, будут чередоваться. Эти вазоны предназначены для клумбы по улице энтузиастов, цветочную конструкцию улитки. Эти полукруглые вазоны будут установлены на ограждении по проспекту Комсомольскому. Всю весну специалисты работали над сохранением и взращиванием посева. Чтобы тепличные растения смогли прижиться на улицах северного города, их закаляют. Температуру в оранжерее постепенно понижают, пока она не сравняется с естественной. Топиарные фигуры готовят уже сейчас. Сначала собирают проволочный каркас, затем заполняют его землей и уже потом высаживают растения. Специально подготовленное углубление высаживаем росток петунии. Обязательно закрепляем его почвой. И тогда он приживется и будет произрастать на всей фигуре. Это достаточно ювелирная работа, которая требует опыта и точности. Над таким большим шаром весь день трудятся целые бригады озеленителей. Без терпения и кропотливого труда, признаются специалисты, не обойтись. Допустим, для данной фигуры, для шара, мы выбираем рассаду петунию определенного роста. Там должны быть цветочки 7-10 сантиметров. Они выбираются по росту и высаживаются. Сверху мы сажаем чуть пониже росточки, там вытянутся на солнышке, а потом уже постепенно увеличивается. Чаще всего в украшения используют цветки петунии. Они имеют яркие насыщенные краски, растут кустиками и прекрасно украшают летнюю клумбу или фигуры. И меньше подвержены капризам природы. Саженцы еще пару недель будут в теплицах. Специалисты проследят за тем, как они приживаются и разрастаются. Во второй декаде июня планируем цветочные фигуры вывозить, устанавливать на улице города. Например, цветочная фигура «Мишка» будет установлен в сквере кинотеатра «Аврора». Цветочная фигура «Шар» на транспортной развязке у сити-центра. Кактус в сквере геологов-первопроходцев. В этом году на выполнение работ по созданию и содержанию цветников в бюджете заложено 15 миллионов рублей. В целом Сургут украсит 65 видов растений. Это и виолы, и петунии, и бархатцы, и цинерарии. Представители флоры в композициях и рисунках разукрасят 650 тысяч квадратных метров городских клумб. Виктория Дрягина, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости.